Осталось 10 секунд. Вайпы. Очередь команды сил тьмы запрещать героя. Очередь команды сил света запрещать героя. Осталось 10 секунд. Осталось 5 секунд. Очередь команды сил тьмы выбирать героя. Осталось 10 секунд. Осталось 5 секунд. Дополнительное время. Антимейдж. Очередь команды сил света выбирать героя. Earth Shaker. Осталось 10 секунд. Осталось 5 секунд. Доброго времени суток всем, дорогие друзья. Еще раз, с вами по-прежнему Готхенд Каспер, и мы действительно начинаем смотреть вторую карту LC против Торнадо Рокс. Есть вопросы к НС по поводу 30 минут. Реальные вопросы возникли. Во-первых, да, есть. Во-первых, вопрос. Смотрел предыдущую карту. Ярослав. Нет. Во-первых, он не смотрел, потому что я лично говорил, что по поводу Саши Яши и Октарина есть ситуация, когда это норм. А поэтому он уже спалился. Они с 30-тысячным преимуществом идут фармить леса. О каком антимаге на 30-й минуте, который разносит лица, идет речь? Кого он будет разносить? Он не подойдет. Кентавров он будет разносить. На противоположную сторону реки не перепрыгнет. Совух, сатир. Кентавр, совух, сатир. Вот, повторите. Ну да. Репит 25 раз. Я полностью согласен. Вообще, честно, мне интересно посмотреть за этой игрой. Почему? Объясняю. Потому что есть конкретные герои, которые очень сильны на ранних этапах. Это и Вайпер на линии очень хорош, с ним можно гнобить сторону. Герокоптер. Герокоптер, с которым можно драться рано, и тот же Чен. С другой стороны, у Роксов, у них все тоже супер замечательно. У них Лина, СК, Бэйн, тот же Туск. Они могут нереально нагнетать. Так что посмотрим, окупится ли эта пассивность. В общем, команда Рокс. Давайте посмотрим, кто у нас будет играть. БЗЗ на Лине. Седой, антимейдж, Гостик, Тусик, Йол, Сэндкинг и Арсзик играет на Бэйне. Ну и Лондон Конспираси. Солден будет играть на Вичдокторе, Джеллопай, Герокоптер, Бивер, Чен, Бэби Найт. Будет играть на Вайпере и Кевка на Шейкере.
Кевка. Кевка Твич. Кевка Твич. 30 секунд прошу. До начала сражения. Хорошо. Да отчество, возможно. Твичевич? Твичевич. Кевка Твичевич. Блин, а почему Твич до сих пор не вел такую акцию, там... Какую именно? Нормальная партнерка тому, кто назовет своего сына Твич. Нормальная партнерка для того, чтобы оплатить лечение потом у психолога, у ребенка. Ну, ребенок может поменять себе в 14 или во сколько там. Да, до 14 его уже все. Нет, не вернуть уже нормально. Где-то там, да, уже подвешен. Битва будет, начинается. Не знаю, я не особо. Твич к доске. Да-да-да, пинг высокий. Ладно, у нас начинается игра, выходят карибчики, и начинается стояние на линиях. Лина будет у нас находиться против Вайпера. Вот, кстати, выбор Вайпера мид мне очень понравился, потому что Лина может иметь определенные трудности с харасом этого героя. Если там будет коррозив скин какого-то второго, третьего уровня на там, четвертом, пятом уровне, то реально против Вайпера воевать тяжеловато, а я он тебя задолбет. Больше скажу, этот выбор данного героя, он особо актуален для именно этого игрока. Потому что обычно он мид сливает. Ну по да, тут уже точно. Совсем тут сильный герой. Очень трудно слить мид по ластхитам. Вот реально очень трудно. Потому что он даже второй скилл сразу взял. То есть, чтобы наверняка. Чтобы парочку все-таки добить, парочку пока Лина левел. С самого подняла, начала, да? А дальше уже как пойдет. На доверии. Там, кстати, идет выход у нас в центр. Подходит Йол из лесу, выходит. Там коррозив скин есть. Копать. Нет, коррозив скин есть, но его, если и не убьют, то очень хорошо расхарасится. Сатир, кстати, подошел. Регенит. Да, да, да. Ну, плюс 14 просто нарисовано. Очень много. Зачем ты, выпил фласку? Ты съел нельзя. Тангус, у тебя рядом сатир. У тебя 14 копарений в секунду. Фуловый бам. Все. Фласки. И смотри, еще и регенишься. И смотри, Лина похарасила, а ты регенишься. Вот, он прочитал наперед, что его Лина будет харасить. Легкое совпадение, я бы сказал. Тут у нас совпадение в лице того, что Кевка умер. Отсюда Шейкеру уже никак не уйти. Бейн, на борды. Не, ну ладно. Бейну, на самом деле, сапог в начале Бейна, он очень сильно роляет, потому что выйти из кустов заслипать, ну, зачастую против героев, которых нет эскейпа а-ля Шейкер, это грандиозный. Ну да, да и Шейкер, и Вайпер, куда он там будет улетать, тут почти на кого не выйдет, и в любом случае окажешься, ну, в крайне выгодном положении, а сквозь соперник нет, соответственно. Так, что там у Лины? У Лины 7-3, у Вайпера 6-2. Но Лина при этом нормально стоит. То есть Лину никто еще не задолбал. Она себя больше расхарасила, наверное... Там Костик, через вот понимаешь, коррозив вот, скин. Руна хосты просто. Пацан уваливает на тускаре, еле живой от гирокоптера. И вот с божьей помощью появляется руна хосты. И он башню просто сил тьмы на нижней линии. Машет ручкой. Атакует. Машет ручкой, да. Топором своим ледяным или что у него там? Крюк какой-то, сноубол, хотел скрипов. И убежал точно так же. Легко, знаешь, так ненавязчиво. Весьма грациозно. Под флеком немножко наполучал, но опыта он тут тоже очень много получил. А уже третьего уровня. Вот Бейн перетянулся на центр. И вообще Бейн с Линой, они очень хорошая связка, это во-первых. И как раз того же Вайпера можно попытаться еще разочек будет там плотненько расхарасить. Где вообще Ботл? А, Ботл вот он бежит. Я не хочу наговаривать и хейтить игроков. Ладно, хочу хейтить игроков. Давай. Ну, даже ты не стал меня останавливать. Вот как Вайпер может в два раза проигрывать по криптацию Лине? Ладно, ну успокойся, ну чё ты как... Бывает, ну все мы люди. Я сейчас включил режим лояльного к игрокам комментатора, что НС меня уже переквалифицировал в первого и единственного киберспортивного критика. Кстати, это нормальная ниша. Я нишу занимаю, и да, все, да, да. И потом, типа, да я был первым, я опытнее намного, я уже тогда хейтил все, что видел. Пока вы думали, можно ли это сказать или нет, я говорил, гнобил и буду гнобить. Унижал. Встал, ушел. Охрана выведения этого человека из зала. Против 3-5к бога. Да-да-да. Нет, подожди. Ну ладно, 4. 4к боги? 4к боги. У нас, кстати, Кепка еле живой ушел. 90 хитов. О, ушел. В прошлый раз не ушел. В прошлый раз не ушел, в этот раз ушел. Ну, разные ситуации бывают. Повезло. Посмотри по крипстатам, какая интересная ситуация. Вначале идет антимаг и Лина, а потом вот вся команда London Conspiracy. Причем Чен добил намного больше, чем Вайпер. Может... Да отстаньте от этого Вайпера! Свапнуться надо лайнами. В лес идет. В лес пойдет. Ну, кстати, возможно, у него есть неплохие шансы. Слип. А он еще и пробит. А ему все, ему не пугапелло. И вот тусик просто сейчас вывернет наизнанку. Бам. Все, минус Вайпер. Ну, скажи что-нибудь про него, скажи. Я не все сказал. Все, о покойниках?
Либо хорошо, либо ничего. Я выбрал никак. Понял. Антимаг тоже хорошо стоит. Но антимаг вообще, в принципе, на фрифарме, если бы Лина чуть его не обходила, можно было вообще просто начать изливать на тему того, какой же антимаг офигенный. Кстати, Лина сейчас еще и фраг сможет сделать. Вот так вот. Ласт-хитом. И появляется Вайпер. Вот этот. Но он уже ничего не может сделать. Где Боттл? Улетел на базу, что ли? Да, Боттл улетает на базу. Ну да, еще целая минута до появления руны, так что ждать не стоит. Ну и Лина уже почти шестая. В принципе, Вайпер тоже. Но вот Лина шестая — это очень серьезная опасность для Чена, для Вич-Доктора, для Шейкера. Что Шейкер вообще никогда не добежит до своей отметки тачдаун. И гирокоптер, как бы, который с сапогом и базилой. И будет призами. Саша Яшей. Вот сейчас, кстати, без доли хейта, например, мы можем увидеть одну из показательных игр. Если гирокоптер купит одним из первых артефактов Саша Яшу, просто как в него вкапывается Сенкинг, его брейнцапают, и Лина щелкает лагуной. Все. И на этом герой заканчивается. Ну хорошо, предлагай. Твой вариант. Альтернативы? Я не знаю, альтернативы Саши Яши нет. Сразу это лучший артефакт. Да сразу скадить. Со старта просто Ultimate Orb. Ultimate Orb. Можно с поинт-бустера начать. Можно с поинт-бустера. Вот. Чтобы я еще погорел на тему Октарина на гирокоптере или как? Ну, вообще, да. Если получится так, то извините, я слова не скажу, когда так произойдет. Даже вот намека никакого не будет, что я что-то где-то там рассказывал до этого. Кстати, выход, смотри, какой интересный, на нижнюю линию. Я думал, в мид побегут, но они побежали на ботом. Будут, наверное, вышку пушить. Сейчас будет сеточка, кулдаун, надо уходить. Сноубол, кулдаун заэвейдил. Вкатился, но убежать, конечно, не получится. Не совсем далеко вкатился, ну а куда он еще мог вкатиться? В принципе, куда не вкатись, я везде достану. Вайпера пора забрать. Совет такой. Ты этот, слабое звено нашел? Силы тьмы укрепили свои сооружения. Ну, вообще Бейн идет, у него второй брейнсап, и если нормально слепануть, то можно и убить этого вайпера. Атакуют. Маны, правда, у Лины мало. Кстати, пуш активный очень начался на ботами, смотри, тут много крипов. Ну да, с Савухом хорошо давят. Башня сил тьмы на нижней линии разрушена. Так, вайпер аккуратно играет. А у вайпера вар тут стоит, он видит Арзика, то как он подходит, отходит. Так что у вайпера тут вообще ничего не сделать. Что, на Т2 пошли? Наглецы? Норм. А что они могут сделать? Не, вообще могут сделать. То есть может прийти Туполина отспамить там четвертым Драгонслеймом, может прийти Сенкинг копнуть, там закопаться. Блин, там скелетик танкует просто под таким количеством хила и армора, танкует скелетик. Так, пошел тут колдаун, йол, убежал. Но вышку, кстати, могут потерять. И это неплохой буст именно по деньгам для London Conspiracy. То есть, несмотря на то, что... Тьмы на нижней линии надо атакуют. Забрать крипов. Вроде как силы тьмы есть ТП. У Рокликов хорошо. Ну да, идут дефать. А ушки что там? Ушки 242, да. Шарды. Почти закрылись. Она слушай, вкатывается на шаре. Будут продавать? Каски. Брейнсап. Задувочка. Ну просто подсветить вот под Лину. Лина летит. Шарды будут через секунду. Так. Ну, вот так вот нормально. Заберет, еще и тролля в итоге убили. Крипов, правда, на себя тут сагрили, просто целую нереальную огромную пачку. Но появится руна через 10 секунд, Лина как раз вот отпивается и отправляется. Слушай, если она сейчас заберет эту баунти и еще и другую руну, она ее забирает. Она успевает. Ну поверни ты, ну не туда же, ну дружище. Еще раз. Баунти. Лол. Успел убежать. Нормуч. Гирокоптер тоже остается ни с чем. В общем, что вот я хотел... Башню сил да, тьмы на центральной линии Сенкинга, и Боттл опять отправляется на базу. Вот. Что хотел изначально сказать. То, что Роксы вели уже там в районе 2000 денег. Потом немножко за счет тверов London Conspiracy выровняли положение вещей. И сейчас опять Рокс начинает фармить чуть лучше. Ну просто потому, что у них АМ на фрифарме не забываем. У него 4100 стоимость героя. Гирокоптер ненамного от него отстал. Но это все потому, что забрали вышку, и если сейчас еще второй тауэр упадет, естественно, у гирокоптера будет ситуация еще намного Шейкер лучше. Шейкер шестой получил, это интересно, потому что хаслэм появился, можно где-то попробовать добежать выйти. Тяжело. Добежать очень тяжело, а даггер ему здесь не светит в ближайшее время, стоя против АМ, это точно. Добежать тяжело, потому что и Сенкинг, и Лина, и Бейн, они, как только будут видеть Шейкера, будут сразу же пытаться его остановить. Так, тут глифа нет, и надо очень осторожно. Стычка. Пасочки. Задумка, вайпер страйк, как же больно с тандом. Да, нехило залили. Кстати, Лина тоже большие проблемы на самом деле. Ну, вот, если был вайпер страйк, в смысле поизон атак, чуть подмакшен, то может быть и получилось ее додавить. А так 10% мувслоу это не слишком много. Против Лины, тем более, которая там еще пару кастов влила.
Ой, как хорошо, сейчас можно забрать эту ЗЖ-шку. Кажется, у меня жар. Качественный заход. Вот, нормально, вот. ЛЦ наконец-то начинают агрессивничать. Они вроде бы и до этого были командой, которая иногда проявляла инициативу, но так тупленько все получалось у них. Сейчас у них хоть чуть-чуть что-то начинает выходить, и вроде даже еще вышку могут забрать. Сигналят, мол, ребят, там кто-то есть, там действительно есть. СМ Кинг только что вкачал Броу Страйк еще один раз вместо эпицентра. Возможно, это ему и пригодится сейчас, хотя, да, его что так тут убьют. Не знаю, не спрашивай, что он там забыл. Вот не спрашивай, почему он полез против четырех героев туда... О чем мне тогда говорить? Ты мне сразу говоришь, контришь, не спрашивай. Вот, мы лояльные комментаторы. Нет, ну захотелось ему. Это ты лояльный комментатор. Я... С недавних пор, кстати. Я... На эту карту, на я эту тогда карту. Хочу занять нишу критика. Она уже занята только что была. Когда НС уже произнес первый раз вслух, она уже была занята. Ты сказал, что я не хочу быть критиком, я хочу быть лояльным комментатором. Нет, на эту карту. Потом-то я все равно сгорю к чертям собачьим. Так, что там Шейки Рос? Шейки Рос на Soul Ring выходит. Уже норм. Про него, кстати, немножко подзабыли, да, и он тут начинает крепчиков месить. Силы света укрепили свои сооружения. Он там на предпоследнем месте по Нетворсу, но сейчас он может обогнать и Туска, и Сенкинга. Сказал нет, Вайпер. И Чен ему сказал нет. Не обгонишь ты никого по Нетворсу, дружище. Сиди там, занимайся своим сторклингом. Нет, там Бейн вообще-то. Не, Бейн, он уже так, нормально, ходит по дну, глубоководный, ушел. С ней Yellow Submarine. У него Purple Submarine. Слушай, минус вышка еще одна. Это уже готово практически меку у Вайпера, если что. Гиролет, смотри, как обозначил местоположение противника. Где-то тут. Можно было еще паука. Я вот вчера рисовал примерно вот так, когда гирокоптер примерно так же сделал. Не помню кто. Где-то здесь есть враг. И знаешь, и ситуация, когда просто враги вот так вот. Типа не угадал. Башню сил света на центральной линии атакуют. Завязывайте. Слишком много таверов за 11 минут. Ну, силы вообще, выше падает очень много. Там попытка, кстати, Тадин Медля забрать, есть ТП. Атакуют. И Лина не сберет эту вышку. И она еще умрет здесь. Умрет, скорее всего, там заслипали. Да, пичка одна. Еще вышку заденает в итоге, но и как-то совсем все плохо у Роксов. Неожиданно вдруг стало. Вот, первые активные действия. Рукс говорит, боже, да мы не играли против такого раньше. Как можно играть, как вышки могут падать 12 минуты вообще? Тут место заварного. 5 тверок уже потеряли. Атакуют. За 12 минут. Почему хатреска у Вайпера? Башню сил тьмы на центральной линии атакуют. Че, она просто меку готова. Не сообразил сразу, ну что ты наезжаешь? Ну ладно, это может быть еще по-прежнему... Владмир какой-то собрать на толпу? Да. Может быть еще Владмир. Может быть еще Пайп. Так долго привыкал к тому, что Владмир собирается с хедрески? Все это... долго привыкали, я тоже привыкал долго. Башня сил тьмы на центральной линии действительно интересное разрушена. Было нововведение. Там кто сзади заходит? А, там Сликинг, смотри. Опять умереть хочет. Его что, спалили что ли? Потому что гем есть какой-то? Нет. Вроде бы. Башню сил света на нижней линии атакуют. Что он будет копать? Всё. Он, кстати, седьмого уровня, смотри, у него еще скиллпоинт не вкачан. Он башня еще колеблется. Чинчика, чинчика, копай, копай, Лина рядом. Подкопал ни по кому. Это нормально? Да, да. Лояльный комментатор. Ну, ошибся игрок. Это иногда происходит. Ничего страшного. Он умер. Он обязательно исправится. Он исправится. Через 30 секунд он появится. Ничего страшного. Все будет хорошо. Мне не нравится такой Каспер, он скучный. Реально, ребят. Верните старого, пожалуйста. Верните старого. Кто подменил? Инесс, иди сюда. Что-то с ним сделал. Сам сиди с ним, комментируй. Он мне лёд приносил. Он игроков облизывает. Как с этим работать? Мало того, что тут... Завтра в лол пойдет играть. Мы не вернем света на верхней линии. Я думаю, лол это крайняя стадия. Блин, от облизывания игроков до лола один шаг. Прикольный шлем, слушай. Единственный глазастый шлем, наверное, на антимага. Сегодня ты говоришь, ой, норм сыграл здесь, а завтра ты уже скины воли покупаешь. Кто его знает, может быть так и будет. Так и будет. Кстати, смотри, гиролета закрыли, Лина. Да, он есть, не стоит заходить в этот узкий проход, потому что здесь, я думаю, очень хорошо подерутся. Во-первых, могут и есть меха, во-вторых, есть хил. Тут антимаг пришел, слушай. Пришел, драться хочет. Шейкерос, не добежит. Они на нем все потратили, просто на Шейкер, он еще и Хэслэм дал ловить. Доктор, пока живет, дайте меху, он хил, дай что-нибудь, дай. А все выживут, а Роксы просто умерли. Просто умерли. Божечки, что за нонсенс. Вот. Как победить команду Rootskist? Надо хоть что-то делать!
ты делаешь хоть что-то, Хинаксы проигрывают, они не знают, что, типа, блин, фармить нельзя. Как же так? Да, я пригораю, ничего страшного. Не, я... Вот, ЛЦ. Опять же, вспоминаем Виталия Волоча, который приходил, говорил, что ЛЦ могут выйти из группы. И если они будут продолжать в таком темпе играть, вот как вчера они против Liquid играли, они тоже пошли, просто начали вещи делать. Они начали действовать, принимать какие-то решения, я выполнять. Я тебе скажу так, сейчас. Команд, которые против антимага остаются фармить, их очень мало. Вот реально, ну, их очень мало. Этому уже научил. По большей части они уже вылетели из турнира. Да, да, да. Это уже, скажем, как правило. Тут ты абсолютно прав. Потому что даже ты, когда попадаешь в самый там непонятный паб, все знают, если есть антимаг, то можно идти повоевать, потому что это просто в якоре. Почему-то все удивились, когда я сказал, что АМ крип. Башню сил света на верхней линии. Не, ну он не совсем крип. Ну он до 20 минут он точно крип. Просто если взять какую-то Урсу с леса, она полезней. Ну вообще да, Урса с блинком там нападет, может еще и дело какое-то получится. Вот он с эгидой гирокоптера. Хорошо, Лина. Атакует. Не достает немножко стан. У него уже, между прочим, есть линза. Поэтому... Ой, пайпуха. О, привет. Вот он, кстати, и пайп. Ну да, против Лины, против СК, это кстати очень круто. Не, Сия у Гиролета, это понятно. Я сразу сказал, что это будет Сия. Но если его накажут за эту Сию, то сорян. Просто уже перефарм очень жесткий у ребят из Лондон Конспираси. Очень раз. Помилуйте, пожалуйста. Ошибся. Ну, сколько можно, погоди, Роман? Профессиональный игрок. Во-первых, он без эпицентра. Подожди, во-первых, он ошибся. Да, он без эпицентра на 7 уровне. Ну такое тоже иногда бывает. Подожди, подожди. Без блинка. Сколько ошибок может совершать профессиональный игрок в одной неограниченное количество игре? Неограниченное количество, пока его не набреют из команды. То есть вот, в принципе, я думаю, недолго осталось. Я думаю, что самое время написать good game. Да, да, да. И пойти пересматривать свои ошибки. Забыть эту игру надо, все, это одна игра, большая ошибка. Казармы сил тьмы. Нет никакой игры. Что, в лобби зашли? Просто зашли в лобби, посидели и вышли. О, вернулся. Казармы сил тьмы на центральной линии разрушены. Ну, в принципе, для этого не обязательно быть цинкингом. Можно Леона было взять. Так, кстати. Тоже копать умеет. При этом сам оказывается вдали от замеса. Это тоже важный момент. А если у тебя нет эпицентра, то тебе должно быть по барабану, куда ты там закапываешься. И вот он блинк, про который мы говорили, что блин, у этого шейкера никогда не появится блинк-даггер. У него появляется блинк-даггер еще вот на 17-й минуте. Это жесть. Антимаг смотрит и говорит, ребята, что же вы творите? Как же вы играете? 1-3, 1-3, 0-4, 0-0 и 2-3. И хаты нет. И да, и мида уже нет. Ну ладно, опять относимся снисходительно. Вспоминая слова наших аналитиков профессиональных, давай. Ни в коем случае нельзя подвергать их профессионализм обсуждению. Конечно. Во-первых, это профессионалы самопровозглашенные. 30-я минута, антимаг выходит, всех убивает. Антимаг сейчас молится, чтобы до 30-й минуты игра дошла. Вообще все верно, потому что ему пока 30-я минута вообще ничего хорошего не сулит. Вернее, ему она что-то сулит, базе могут Башня быть проблемы. Башня сил света большие на нижней линии. Да, и гиды до сих пор есть, 2800 на руках. Ну еще Владмир появился. Гирокоптер, неплохо. Гирокоптер затарит МКБ, зайдет на хайграунд, нажмет флаг кэнон, и если и в радиусе будут герои, Башня то не умрут. Света на нижней линии разрушена. Да, 1000 радиус, все верно. Вот нажимается пайпуха. Ну хорошо, ну Лина, ну дай ты пару плюх. Она дает эти пару плюх, а ему пофиг. Во-первых, у него свой резист. У него просто 64% резиста. Да, и рядом какой-нибудь доктор с утрой старейшин второго уровня. А там же еще хадреск работает. И это минус вторая сторона. Ну там, а там антимакс плетит, все норм. Он примерно с такой же скоростью несет, все нормально. Нет. Клиф, хорошо. Очень тоже есть лиф. А что будет, когда антимагу клиф вырубит? Чисто поражать. Башню сил сыграла нижней. Да, напал на одного Ростика, фиссурой зацепила еще и Гостика, но тут все, сопротивление невозможно. Бесполезно. О, без еще полезно. И по твоим касочке там кулдауном накроет, ПЗЗ минус, еле живой тушкар, тут же байбек, но стороны это уже в любом казармы случае не будут накинуться все. Совухи, сатиры, все кого можно, Йолара втрёс. И что, ты казармы не смог забрать? Ну он показал, типа, пацаны, центр вкачан был, я просто не мог выбрать момент, все норм. Типа, да это баг, не отображалось то, что есть. Размен стороны на Т3, это неплохо. Ну, для ЛЦ, в принципе, норм, да. Ты вспомнил, что ты за ЛЦ должен был болеть? Я помню, как бы. Invisibility. Так, хорошо, две стороны нет. Вот, две стороны забрали. Причем в миде уже обоих бараков нет. На топе у Рейнджвола осталось 261 хп. Это очень мало. Это реально треть захода на хайграунд.
Ну и все, таким же мощным кулаком нужно идти дальше. С этим Пайпом, Владмером и прочими прелестями. Причем сейчас сказать, например, вот, слушайте внимательно. Сказать сейчас, что это Саша Яша лишняя на том же Вайпере, уже тяжело, потому что у него есть Пайп, его тупо нечем здесь убить. Он просто, он танкующее лицо. Он заходит на ХГ, у него куча резистов, тебе надо в него бить, потому что он просто бьет твои бараки. Тебе надо его бить. Если ты в него тратишь хоть какие-то спылы, он свою задачу выполнил на 100%. Потому что за спиной у него Герокоптер, Чен, Грипп. Герокоптер, кстати, засобирал себе Блэкинг Бар. То есть вот этот темп, он реально очень крут. Здесь, возможно, я поспорил с БКБ, с таким количеством хила и так далее. Может быть, стоило и МКБ собрать, просто увеличить количество дэмэджа. Просто не хочет неожиданно встрять. Вот и все. Эгиды уже нет, можно подставиться под все те же там какие-то прокасты, если вдруг где-то загуляешь. Можно, конечно, не гулять, можно просто так пятером перемещаться, и тогда все будет норм. Ну вот, например, там даже сейчас у него уже остается 900 здоровья. Ты нажимаешь БКБ и продолжаешь хоть немножко атаковать. Башни сил цветы на нижней линии атакуют. Ну, кстати, Чен, я не знаю, что экономить. Уже давно можно было что-то дать. Но он ждет, возможно, пока еще хоть как больно. И каски, пошли по двоим. Тут еще и Шакирос прыгает. О, что, неплохо сыграно. Что я могу сказать? ЛЦ молодцы. Проксы. Нет. Запрыгнуем. Прыгнул Манта Стайл. Неплохо. Наворачивает. Пытается мановой дать. Есть отбил. Шейкер. Будет ли фисурка? Фисурки нет. ДХСЛМ 5 секунд. Манти там. Герокоптер. Блэкинг Бара уже нет. Его, кстати, грызут-то весьма и неплохо. Шейкер подошел. Станчик. Может, пора ульту зарядить? Нет. Пока что экономит. Ой, какой обслуг. Фисурка. Люха Тайма была очень крутая в плане его ультимейта, но дальше дело пошло так себе. Вайпер, чувак, там два барака стоит. Ну пойди-то побей. Ну ты и так сдох. Жди. Ну ладно, ладно, ладно. Живет Вайперос. И решили отсюда убежать. Ну просто прессинг нужно продолжить. Там осталось два барака, у которых там 300-800 хп. Ну хотя бы рейнджевой добить с тремя соточками, и это был бы уже очень крутой заход. То уже хотя бы не был... Слишком рано прожал Блэкинг Бар. Ну вот, во-первых, ошибка была в том, что Герокоптер поднялся танковать эти вышки, а не Вайпер. Да, Вайперос, он более плотный. Более плотный, заряженный на ХП, ХП-реген тоже очень хороший. Плюс просто... его тяжело расхарасить именно Линой. Да, Лина, типа, нанося дэмэдж, даже сама его получает, плюс там резистов тьма и так далее. Во-вторых, ну типа, Кирыч это такой пацан, который должен там, когда он подкинуть, подлететь сбоку, и вот это пу-пу-пу-пу-пу, и все. Именно а так. А не стоять лицом торговать. Поэтому да, выбор танка тут действительно немножко заставляет задуматься о его верности. А во всем остальном у ЛЦ по-прежнему все замечательно. У них уже там сколько? 14 тысяч перевеса, но хочется отметить то, что они эти 14 тысяч перевеса заработали с носом двух линий, а не наоборот. Снесли две линии с 14-тысячным перевесом. Это намек командиру Скиз на дальнейшие какие-то игры. Ну что, в этой, мне кажется, у них аутов почти не остается. Да, у них по-прежнему антимаг с топ-1 нетворса. Если вдруг ЛЦ сейчас испугались этого АЭМа, это будет самая большая ошибка в этой игре. Ты еще и аналитики наши могут казаться правыми в итоге. Именно! Нельзя. Это самая большая ошибка будет в этой игре. Да? Все, там стоит два барака. Без фортификейшена, и на топе стоит рейнджовый, еле живой 261 хп. Заходишь... Ну все, мега-крипы до 25-й, не сыграно. Ну и очень трудно будет дефать мега-крипов, я думаю, даже невозможно. Тусика мега появилась, это неплохо. Я подождал с эхо-слэма, да, вот там... Я слышу, там Сын-Кинг что-то трусит. Ну, он решил ворваться, он там все это метально отбили. Даун попадает, эхо-слэм по троим. Да нет, все. Сын-Кинг, правда, делает бабэк, да толку. Умирает антимаг. Он живет? Да ладно, тут он живет, но он пока будет регениться, у него база сгорит. Нет, он не живет. Приглушило. Фиссурой тоже делает байбек антимаг. И начинает гореть база. Здесь против Лина. Луна. Крыса такая, а? Сзади выскочила. Что ее за это наказали? Ну, 1-1. Это 1-1. Казармы сил тьмы на нижней линии разрушены. Что мешало отыграть первую карту в таком же темпе команде LC? Я не совсем понимаю. Да, ГГ. Молодцы. Вот одно удовольствие наблюдать за такими играми. Потому что одна команда четко понимает, что надо делать, вторая казармы вообще не отстреливает. Да. Антимага проиграл Зуту. Да. Просто задавили с этим Ченом. Вайпером. Вайпер тоже в итоге. Вот Вайпер в мид, он был, мне кажется, ключевым выбором. Во-первых, потому что на нем, как ты говорил, тяжело накосячить. Просто летишь, что там плюешь, принимаешь плюхи. Я тут даже, кстати, смог это сделать вначале пару раз. Ну, ладно, справился. В итоге Вайпера 8-1-8, если что.
Вайпер тут просто умничка. Бог. По итогу. Бог доты.